Ну что, Енисей? Ну мы готовы. Я вам открою секрет, мы не готовы. Дружеский театральный актерский футбол. Давай. Все, результат нам не важен. Играем 2 по 30, 2 тайма с перерывом 10 минут. Отлично. Играем 8, человек в поле. И 9 в вратарь. Папарацци с поля убежали. Тактика Михаила Гольцова, артиста Минусинского театра. Он бегает рядом с режиссером Юрием Бутусовым. Он шепчет ему монолог из своего спектакля. Устраивается, так сказать, в театр. Молодец! Ребята, можно потише? Я же футбол смотрю. Спектакль, мы бережем силы просто. Но мы же как бы для зрителя существуем, поэтому сегодня мы так. Просто разминка перед спектаклем. У каждой девушки есть любимый игрок в команде. Ваш тихо, какой? Тихо, вопрос. Вопрос неэтичный. Вот, Александр Новиков, мой любимый игрок. На скамейке запасных. Нет, он как бы психпомощь. На поле разворачивается настоящая спортивная драма. Счет к концу первого тайма 3-2 в пользу наших. И даже ленсоветовцы заговорили, а артисты-то у вас не настоящие. Многочисленные их попытки атаки оборачиваются редко удачей. Разозлились что-то. Питер не привык, видимо, проигрывать. Ну да, они реально думают, что вы не актер, и поговаривают. Да, про меня уже прошел слух, что я не актер, но я актер. Я актер, честно. Тюс, тюс. Уровень гостей очень хороший. Немножко нервишки у них шалят, а так хорошие ребята бодаются. Нам просто повезло, ведь мы по ветру играли. И ага, они против солнца, вратарь не видит. И мы поэтому забили. Полная импровизация. Мы первый раз друг друга все видим на поле. В такой команде. Не уезжайте. Самое интересное впереди. Идет второй тайм, и счет уже 5-5. И несмотря на вечерний спектакль, наши гости, артисты и труппы Ленсовета, не сдаются и не берегут себя. И тут в главной роли выступают болельщики. Красноярские артисты, вы же суперфутболисты! Красноярские артисты, вы же суперфутболисты! Питер, 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 Питер! Давай, Вова! Не бить! Ваня! Артистам в лицо нельзя! Гриша, молодец! Забирай! Сережа! Спасибо стадиону. Хорошая поляна, хорошее покрытие, хорошая погода, хороший соперник. А реванш-то будет? Хотите? Ну, приезжайте в Петербург, и будет там реванш. Вы сильно реванша хотите? Приезжайте, и реванш будет обязательно. Спектакль спортивный окончен в пользу красноярцев 7-2. Но это как раз тот случай, когда так хочется крикнуть «Браво, бис!», взять автографы и устроить фотосессию.